Так, я сегодня получила 4 посылки. Хочу поделиться с вами, что мне приехало. Так, открываем по очереди. Что у нас тут пришло? Вот, так, это у нас приехали мужские часы. Заказывали, но они оказались маловаты. О, эти будут как раз. Понравилось очень качество, я решила заказать еще такие, но уже размер побольше. Так, теперь вот эта желтая посылка. Так, туго запаковали. Догадалась, что это приехала защитная пленка. Заказывала две защитные пленки. Это на Samsung A5. Прозрачная даже, чтобы не видно. Вот такие две заказывала. Так, это одна, смотрю, что целая. Так, и давайте посмотрим на вторую. На целостность. Все целое и хорошее. Так, это мы прячем. Открываем третью посылку. Все такое мягкое, боюсь, чтобы не зацепить продукт, который заказывали. Вот это приехала такая вот зарядка. Ее когда включаешь, она светится. Провод светится, и вы видите, где он у вас находится. Зарядная. Так, и еще одна. Наверное, приехали мочалки. Это приехали вот такие вот мочалочки. Они отмывают жир без моющих средств. Главное правильно намочить и использовать их. Так, это все, что пока приехало. До встречи!